В связи с объявлением Всемирной организации здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемии в Казахстане усилены меры безопасности. Сегодня с 8 часов утра на всей территории Республики Казахстан введено чрезвычайное положение. Эта мера в целях защиты жизни и здоровья граждан продлится до 7 часов 15 апреля. На этот срок по республике введены определенный режим и ограничения. Глава государства на период действия чрезвычайного положения поручил принять необходимые меры и ввести временные ограничения на всей территории страны, а именно: усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических, особо режимных, режимных и особо охраняемых объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта, ограничить функционирование крупных объектов торговли, приостановить деятельность торгово-развлекательных центров, кинотеатров, театров, выставок и других объектов с массовым скоплением людей, запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных памятных мероприятий, установить ограничения на въезд на территорию Казахстана, а также на выезд с ее территории всеми видами транспорта за рядом исключения, выделить необходимые средства из резерва правительства для обеспечения режима чрезвычайного положения, усилить контроль за лицами, уклоняющимися от медицинского обследования и лечения, соблюдение карантинного режима, скрывающими данные, имеющие значение для определения эпидемиологической ситуации, а также мер ответственности указанных лиц. Совместно с центральными и местными государственными органами принять иные меры по реализации настоящего указа в целях недопущения распространения коронавируса COVID-19 на территории Республики Казахстан. Стоит отметить, это чрезвычайное положение не социального, а природного и техногенного характера. Поэтому комендатура не вводится. Однако нарушители требований чрезвычайного положения будут привлекаться к ответственности. За несоблюдение указанных ограничений предусмотрено предупреждение в виде штрафа до 10 МРП или 15 суток адмареста. При тяжких последствиях несоблюдения ограничений – уголовная ответственность. В этом периоде также запрещено проведение собраний и митингов.